Заболеваемость коронавирусом выросла почти в 2,5 раза за последний месяц. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова. По ее словам, каждые сутки в стране выявляют до 300 случаев заражения. Главный санврач страны также добавила, что с августа все регионы находятся в зеленой зоне. Однако в 13 показатель R выше единицы. Поэтому рекомендовано носить маски в местах массового скопления людей. В соответствии с действующими ограничениями рекомендуем носить маску в местах массового скопления людей при зарегистрированном показателе R выше единицы при расположении региона в зеленой зоне. При переходе региона в желтую зону будут приняты меры, направленные на разграничение коллективов друг с другом.